Добрый день, зрители. Вот похвалю спортмастеровский рюкзачок на 60 литров. Взял для теста. Ну, понравился, короче. Вот первый выход с ним. Взял буквально в пятницу. Сделан просто офигеть. Станковый. То есть вот спина. Дюралевые именно. Не какие-то там крепкие, в общем. Это я уже его частично разобрал, да, тут чехольчик под всякие вещи, вот топор у меня тут лежит, тут можно. Классный клапан двойной. Вот сейчас покажу, то есть он отстегивается, можно как сверху укладывать, то есть, ну, классически. И как у всех рюкзаков, типа станковых, есть вот такой вот, ну, он горный идет, поэтому... Можно его так снизу, да, вот видно там отстегнуто, то есть распаковка и, ну и так далее, короче, то есть вот там клапан, да, то есть тут сразу, допустим, котелок снизу лежит доставать, какие-то там перчатки, носочки, то есть не потрошить весь рюкзак, а получать доступ к вещам, ну, то есть при грамотной упаковке, и достаточно он узкий, то есть удобный в лодке. И, соответственно, плюс к нему, соответственно, можно привьючивать, поскольку он узкий, то есть удобный в транспортировке, в переноске. Ну, я вот пешком прошел по своему маршруту излюбленному. И, конечно, это почувствовал кайф. То есть пешком, лыжи я не брал, но потому что товарищ у меня пешком, чтобы не отрываться от коллектива. У нас уже он тут все готовится. Готовится процесс. Колдовство, он Колян колдует. Я колдую с огнем, я маг огня, а Колян маг у нас ножа и снега, и льда, короче. И маг огненной жидкости, огненной воды. Вот. Там огненная вода где-то стоит. Ну, тепло уже, минус 5, минус 4, это уже не зима, а так... Весной уже пахнет, но тем не менее ветерок, вот мы прячемся, задувает. Если б не уроды, которые, помните, мне разломали рюкзак, тут они опять были, что-то еще пакостили. Сломали весь мой этот, под задницу, что кладется пенопласт. Я вот сегодня что-то стульчик не взял, по причине моего рюкзака так вот сижу. Сейчас приготавливаю. Для священнодейства, так сказать. Приготавливаю. Он уже тает. А, чеки. Он видит, что творится, сразу осыпается. Это уже не минус 20, уже минус 4-5, уже снег мокрый, даже вон он. Лед не держит. Видимость обалденная. Горы зовут, вон они, горы. Не знаю, сколько будет закачаться этот ролик, конечно. Это вот дым от костра, поэтому резкости нет. Сейчас уйду я. Теплый воздух. Мне уже так хочется в горы рвануть. Я вот сегодня взял палатку для проверки. Так, Колян потом как закончит. Мы попробуем еще палатку поставить просто ради интереса. Вот такие у меня новости. Пошел я. Забыл. Свои горные перчатки летние. Ну, они такие летние, осенние, средней зимы. Три сезона. Ломать пошел дрова. Грустный, конечно, праздник. Ну, что поделать. Надо быть в форме, надо, как говорится, готовиться. То ли еще будет, жители городов, как говорится. Это ваш всадник, да, прискакал. За ваше ханжество, за ваше соглашательство со всем этим дерьмом. За ваше конформистское неучастие. Ну, а мы люди такие кочевые. Мы, как говорится, это смотрим на крушение этой цивилизации прагматично. Не собираемся вместе с ней куда-то уходить. Будем жить. Всего желаю всем хорошего. Ну, я думаю, сейчас мы еще шашлыки снимем.
Ну а пока я вот пошел, тут засыпана моя дорожка вон за дровами. Держать мне неудобно. Это вот все утопленное. Птички поют. О, ветерок пришел, сила ходит. Сила! Вообще не холодно. Ну и день, конечно, длиннее уже, но почти на 2 часа. То есть, когда темнеет только около 7, а не в 4, это, конечно, приятно. Весна, весна идет, весне дорогу. Ты ничего. Иди, ты знаешь, я с утра ничего не ел. Бедняга. Если бы я самое утром встал бы, самое покушал бы нормально, как положено, мы бы с тобой на 40 минут позже положено пошли, а то на час. Это, да. Разумеется, вот наше это уже готово. А что ты вздыхаешь? Жалко, что ли? Жалеть, бля. Мало остается. Мало остается. Ты ж не алкоголик, елки. Зиму провожаем. Так, тут у нас мал-помалу. Кашка. Кашка. Чтоб не сгорела. 2 года или 3. 3 года лежала. Это еще Серега мне подарил. Все, я никак не мог к делу приспособить, елки. Холодильники. Ой, она от брикета, она такая твердая, что ее это только атомным взрывом можно растопить. Ну попробуем сейчас, может, на костре как-нибудь она разыта. Это вот как со складов НЗ прям. Свинины, из кабанины, горы прям симпотные, вон они. Так, кипяточек подходит, 5 минут и 400 грамм, а Колян не выдержал, Колян все, накушался. Пьяный Винни-Пух, жара, июль, идет проваливается. Накушался, бедолага. Говорю, куда ты торопишься, он чай еще сделай. Нет, поспешил. Ну, есть у Коляна такая странность. Вот народ гуляет. Ой, блин. Ну, эти люди ходят по проторенным тропам, в отличие от нас, первопроходцев. Так, великолепно. Сейчас добавим в чайник, заварим еще и продолжим. Еще полчасика посидеть можно. Джек Лондон, белое безмолвие, дальневосточное. Ветер усиливается, но зато сдувает тучи. Ну, я сейчас чаю хлебну и пойду. О, стая собак там воет. Схватились. Погода что-то начала портиться. Ураган. Вот иду. Другой дороги, а наискось. И вот утренние наши следы, от них ничего не видно, уже заметает. То есть торчат палочки вдоль. Вот такая у нас странная погода. Ну, чуйка есть, как говорится, чуйку не пробьешь. Сейчас вот это говно буду штурмовать вверх. И на сём моя эпопея шашлычная сегодня закончится. Надеюсь, успею отмонтировать. Не знаю, как закачается. Ну, не сколько холодно, сколько ветер достает, поэтому морду прикрыл. Конечно, на базе сидеть классно, но на открытый Амур выходишь. Тут это. Он не холодный ветер, но все равно неприятный. Вот по трубе.
спасибо этой реке, этому месту за великолепный день. Будет мир.